И к другим темам. В 5 населенных пунктах Маграмкентского района Дагестана нет газа. Причина отключения – поврежденная газовая труба вблизи населенного пункта Гильяр на автодороге Гапцах-Ахты. Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в газопровод высокого давления. В результате подача топлива к селам Гильяр, Джебель, Харель, Мургига и Кирка была остановлена. Без газа остались почти 7 тысяч человек. Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты уверяют, что газ в домах появится уже к вечеру.